8 тематычных пляцовок на английской мове, живое взаимодействие с выкладчиками и выбор профессии. Больше за 200 школьников из усёй Витебской области собрал Полоцкий державный университет на эдукационном фестивале. 11-классники доведались о педагогичных специальностях, наведали соправдную лекцию и семинар. Какие уражения отримали школьники и какие умовы пропануя студентам высшая научальная установа, доведался Илья Лопатин. У Полоцким державном университете соправдный фест. Больше за 200 амбициных, талиновитых и прагных доведов школьников стали его удельниками. Многие еще не вызначились с будущей специальностью, а вот 11-классник Илья Голубев выбор сделал давно. Он хочет быть наставником. Ну, думал поступать на исторический факультет Полоцкого государственного университета. Ну, с профессией помогли определить преподаватели, которые настраивали, да и самому, когда в школе проходит день самоуправления, интересно попробовать себя в роли учителя. Вот только что был первый тур с преподавателем, все отлично объясняют, перспективы разных специальностей, вот сейчас продолжается EduFest, и все нравится. От теории до практики. На фесте 8 тематичных пляцовок. Назвы на английской мове. У Полоцким державном университете яе вывучают як студенты, так и выкладчики. Педагоги не только рассказывали об специальностях, але проводили соправдные лекции и семинары. Признаются, чекают школьников у наступном годе уже у якости першокурсников. Мы рады каждому абитуриенту, и каждого мы будем рады видеть, и каждый найдет свое место здесь. И я сейчас имею в виду не только учебу, не только сам процесс обучения. Очень много у нас мест для реализации. Это и спорт, это творчество, это волонтерство, это изучение иностранных языков. Не обошлось без сюрпризов и подарунков. Подчас фестивалю школьники сдымали сторис на смартфоны и выкладывали их у сетку. Самые креативные отримали узнагороды. Говоря о формах и методах работы, мы должны понимать, что дети у нас хорошие, но они немножко другие. Конечно, уже классические где-то просто посещение, просто рассказать, оно уже не совсем работает. Лучше всего своими глазами увидеть, пощупать, посмотреть, пообщаться с педагогами, пообщаться с действующими студентами и, конечно, для себя принять верное решение. Потому что наша основная задача, которую мы видим вообще в школе, это правильно суметь ребенку помочь сориентироваться в выборе профессии. У Витебской области особливая увага надается подрыхтовцы кадров. Мясцовые научальные установы не соступают столичным. Тут добрая материальная база, а выкладчики с науковыми званиями и великим опытом. Для студентов створены необходимые умовы для отримания сучасных ведов. Мы хотим, чтобы наши выпускники не уезжали в другие области, не уезжали в крупные города, действительно оставались здесь у нас, работали в промышленности, в экономике, работали в том числе в социальной сфере. Поэтому для нас, еще раз хочу подчеркнуть, очень важно, и мы этим действительно дорожим, чтобы те ребята, которые у нас заканчивали агроклассы, педагогические классы, оставались здесь, находили себя в профессии. И вот сегодняшний день – это прекрасная возможность действительно для себя хотя бы определиться. До речи, у школах и гимназиях Витебской области у классах педагогичной накированности учатся амаль 700 школьников. Илья Лопатинский, Олег Черняк, новини Полоцк.